Всем привет, с вами Михалыч. Сегодня хочу дополнить мой обзор про держатель зубных щеток с ультрафиолетовой лампой и с дозатором зубной пасты. Именно про дозатор зубной пасты, потому что некоторые подписчики просили рассказать и показать именно как туда вкручивается и вставляется зубная паста. Потому что я в прошлом обзоре не показал, как они более подробно, как они туда вставляются. Поэтому сейчас покажу и расскажу. Так, вытаскиваем оттуда дозатор, его снизу немножко подпихиваем, и вот здесь вот из крепления выходит, и достаем его целиком вместе с пастой. Вот паста оттуда торчит, вот там она подается. Чтобы ее оттуда извлечь, нужно против часовой стрелки покрутить и вывинтить оттуда колпачок, то есть тюбик. И там вот есть как бы такое отверстие с резьбой. И туда вставляются только именно резьбовые зубные пасты. То есть вот это вот вставляется вот в то отверстие и немножечко вкручивается. Вот такими движениями плавными. До тех пор, пока она не зафиксируется. Вот, то есть можно подергать, она зафиксировалась. Выдавив ее немного туда, пока не появится оттуда капля зубной пасты, после этого уже он готов к использованию. И уже вставляете его тогда в сам держатель. Точно так же хотел показать, какие сюда не подходят пасты. Вот, например, вот такая паста, у которой вот такой наконечник, то есть нет резьбы. Вот такую мы туда не вкрутим, потому что ей зацепиться не за что. Сколько бы мы ни крутили, она там не зацепится. Поэтому вот такие пасты не подойдут. Вот более подробно показываю. Вот такая паста, которая имеет резьбу, туда вставляется легко. Вот такие пасты тоже, опять же, вот они отщелкиваются, но резьба присутствует на тюбике. Поэтому такие тоже вставляются легко. И пользоваться довольно легко. Поэтому очень советую дозатор. Нам очень понравился пользоваться им. И вот повторюсь, вставляется довольно легко. То есть вставляете туда пасту, прокручиваете несколько раз, пока там зацепится резьба. И все. Вот она зафиксировалась. После этого вставляете в держатель. Защелкиваете и все. Дозатор готов к работе. Точно так же я показывал, что здесь есть ультрафиолетовая лампа. Она светится и обеззараживает наши с вами зубные щетки. Аппарат советую. Дозатор работает прекрасно. Ультрафиолет работает. В предыдущем моем обзоре это все довольно подробно рассказано. Поэтому прошу, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Кому что интересно, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить. Всем до свидания. С вами был Михалыч.